Видел я котлован. И давай мне про шпионов по ушам ездить. И вы поверили? Ну как? Сначала показалось, проще будет поверить, а потом сорвался. Тогда особист мне прямо и говорит, расскажешь кому, ну все, кто слышал. Если надо, и всю станцию на тот свет отправим. Так вот и ездил с тех пор, стараясь в ту сторону не смотреть. А когда вы появились, и Артем потом, я понял. Все, теперь я не один. Ну как такое в себе держать? Теперь понимаю, почему вы тогда нам помогли. Спасибо. Да чего уж тут. Дай бог выйдет из этого что-то путное теперь. Да. А вам за город паровозы приходилось водить? Нет, дочка, не приходилось. Я ведь машинистом метропоезда был. Служил на кольцевой, да, муторное дело. По кругу. А там что ехать-то? Раньше всю кольцевую проехать меньше часа. Вот я и думал, хорошо могу из метро уволиться, держи железную дорогу. Не как крыса в лабиринте тыркаться, а по всей России матушке. Жена против была. В общем и целом, салют, говорить они могут долго, но... Она потом месяц со мной не спит. Протестует. Да. А Москву как накрыло. Татьяна моя. Это все очень интересно, но это очень долго. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ух ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Радушное приветствие, ничего не скажешь. Огневой контакт! Четверо! Дрезина! Всем руку! Общий сбор! Артём, давай бегом в руку! Артём!
Артём, ты как, цел? Ёкарный бабай! Один цилиндр открылся! Насколько все плохо? Двигаться можем? Нет, приехали! Проклятье! Мой блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичье какое-то. Старичье. Это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть баб с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Можете я с Артёмом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберемся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали. Справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может день, может больше. Понял. Действуй. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Степа, Дамир, ставим периметр. Так точно. Есть, князь. На тебе разведка близ лежащей территории. Принято. Идиот, прикроешь его с Авроры. Есть. Сэм и Алёша в резерве. Есть, сэр. Я как не надёжный. Пошли, Артём. Я этого не говорил, Сэм. Все, отставить разговоры. Новая модель, походная мастерская. В поле вещь незаменимая. Инструкция внутри. Да, материалы уж извини. Сам собирай. И Антон, спасибо, батюшка. Пойдем, Артём. Вы там осторожнее только. Ладно. Странный блокпост этот. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Деды какие-то. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь колокол? Вот мы на них, небось, страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их. Или еще что. Спускаемся. Ха-ха, ух ты! Здорово! Слышал? Проверишь, что там? Чисто. Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опоры ЛЭП. Для снайпера места лучше не найти. Идем туда. Артём, заяц!
Дурочка. Купаться тебе, значит, не придется. Местные, видимо, в основном по реке передвигаются. Артём, ну, я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Как устроюсь, вызову. Удачи! Артём, я наверху. Позиция отличная. Все как на ладони. Похоже, тебя заметили. Артём, смотри, на колокольне женщина какая-то тряпкой машет. Проверь. В церкви вижу народ, но охраны нет, похоже, мирная. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Да, я тут как бы скрыться особо и не могу. Церковь царя водяного. Мир тебе, добрый человек. Ну, культисты. Святой отец Силантий как раз начал проповедь. Заходи в храм, к свету истины. Только оружие не доставай. Народ у нас мирный, не стоит их пугать. Отсюда. Силантий нас уже год в церкви держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу. Уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные Силантиевы явились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите! Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артём, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщине позже поможем. Не переживай. Уходите. Ох, отведи от нас, говорит телесный, укрепи тело наше, как укрепляем мы дух наш, и покарай недостойных среди нас, кажется, достойными, а достойных же награди долголетие для верного служения истинной веры. Да вот вроде тут было, а потом раз... Я вам покажу яйтик сами. Женщину с ребенком, но ты справишься, я знаю.
веру, то укреплю сейчас. Изырги. Сестра, вы еретика не видели? Не нашелся еще неверный. Значит, видите? Про тебя говорят, что дьяволу поклоняешься. Правда? Меня научишь? Я стал бы учеником. Я бы прилежным учеником был бы. Научи меня. Не дышит. Тревога! Тревога! Что сатанинское отродье? Думал, не достанет. Ну, повоюем. Так, выход-то отсюда где?
сильнее нас возненавидит. Ладно. Артём, я встретила Катю и Настю. Увидимся на Авроре. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Это, блядь, что было? Кит? Ух, и здоровый сволочь! Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знаменем? Аня уже рассказала про сектантов. А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Да где там? Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот Мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету сжить хочет. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди и в бинокль гляди. Хотя тут есть возможности сувениров домой привезти. Глянь-ка, там самолет валяется. Мне только оставь там чего на память, а то мне тут сидеть еще. Креветки еще достают эти. Давай, удачи. Договориться бы с самым этим, чтобы слопал их. Как там Маугли с животными говорил, а? У нас, кстати, с тобой группа крови одна и та же. Замечал? Братья по крови типа. А вот это уже хорошо, такое нам нравится. Воюем, топим. Нашим помощь сейчас важнее.
вот и Артём. Вернулся из бездны. Живой! А то нам князь тут таких ужасов понарассказывал. А, живой, живой. Идем, тут как раз папа с Катей разговаривает. Они клевые. И Катя, и дочка ее. Катя еще и медсестра, кстати. Катя, спасибо вам за сведения. Но я хотел бы задать вам еще один вопрос. Да, да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, да и только. А, понял. Артём, подойди-ка. Артём, спасибо вам. Артём, если бы не вы, нам бы точно не уйти. А так они все отвлеклись. А там и Аня нас встретила. Да, дядя Артём, спасибо. И жена у вас хорошая. Добрая и красивая. Вот. Вот, Тёма. Я тебе всегда говорила, как тебе со мной дичайше повезло. Нам с ней всем повезло. Знаешь, как она стреляет? Хорошо бы твоя мама с нами поехала. Была бы у нас команда. Одна лечит, другая калечит. Артём, подойди, пожалуйста. Артём, молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. В порту скрывается некий крест. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. А теперь мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Они по нему сюда год назад перебрались. Но хоть что-то знаем. Потому что в целом только запуталось все сильнее. А, оккупантов именно здесь может и вовсе не быть. Они наверняка держат только ключевые районы. А, в любом случае, добравшись до Ямантау, мы узнаем все. Из источника высочайшего уровня. Руководство Москвы — это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее преодолеть этот проклятый мост. Катя, Настя! Идите чай пить. Как не тебе рюкзак-то? Не трет нигде, не давит? Спасибо. Крепления не бренчат? А у меня тут для тебя подарок. Тихарь, помнишь? А вот за это спасибо. Пневматика, но мощи хоть отбавляй. И пули к нему легче легкого делать, хоть на коленке. Главное, давление в баллоне держи, а то не выстрел получится, пшик. В остальном, безотказная штука. Уж я-то старался. Вот это подгон так подгон. Так что, носись честью. Ну и не забывай ко мне заглядывать периодически. У меня тут еще есть кое-какие идеи, как его улучшить. А вы, Катя, откуда вообще родом? Тормозить не будем, пойдем. Поезд сам себя не починит. Артём, ты еще здесь? Выдвигайся лучше. Эх, что ж с тобой делать-то? Привет, Артём. Здорово, Артём. Ты там молодцом выступил. Наслышаны. Thank you.
их мы не умеем. Ищем переход. Братка завалили, чушканы драные! Помогите! Помогите! За рыбой, прошу! Ты теперь на коне. Я четверть груза давал, и слушать не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной дрезине я мотал платформу 200 километров толкать. Понятно, нагорели мы уже. Серегу отправляю к тебе. Он письмо и отведет. Дизель, сразу загоните братьям. Они нормальную цену давали. И берите тот паром. Или баржу самоходную. Или буксир. Ты понял, Семен? Не торгуй я. Как остальные из домов знают, любое корыто будет на вес золота. Но если быстро обернемся, отыграй. Чуть прибытком. Давай, Семен. Время, деньги. Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силантий епитемию наложил в дом царь рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Я вижу, ты из этих еретиков. Но все равно скажу. Тут на острове схрон.
прибор там. Нам нельзя, грех, а тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Вот за наводку спасибо. Проверим. И ведь ни одной лодки. Придется назад и там где-то искать путь. Лодку мы нашли, но на остров. И к механику будем добираться в следующей серии. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всех обнял.